Правильно? И зарплату платит, платит. Ну, может, имел в виду я тебя. По 54 нужно. И по 54 он говорил, кормит хуево. Блять, кормежку надо. Уляп говорит, нормально кормежка. Понимаете уже? Вот это блядство, блядь, наше, ебано, вот это партизаны мы, короче, ясно, бля, контрабасы здесь там живут, короче. Ну и срочники тоже. Абхазия, блядь, 7-я военная база, блядь. В частности, 3-й мотострелковый батальон, блядь. Тут вообще пиздец. Темнота, никто не... Непонятно, что и где, и кто. Бывший доблестный 4-й, блядь, слившийся. Ого, ого, вот она. 3-й. Вон. Вот и иди сюда. 7-я военная база. Полетел. Иди сюда. Этот, как... Чтоб не думали, что мы прикалываемся, ебать. Вот, вернись. Развернись-ка. Это не Россия, это 7-я военная база. Республика Абхазия. Вот как и мыши летучие в темноте в подвале живем. Смотрите, какая там 4-я база, да? Да. Там казармы, вся шняга, а у нас уже год, ебать, построить его. Вот, полы покажи, вол. Трава у нас зеленая. Зато вот у командира линолеум есть. Вот, да. Командир кучерявый, у него кусок линолеума есть. Ну, здесь что, тубик, мубик, чехотка. Вот, там. У нас все здесь. Холодно вон как, ебать. Сами как спят. Шмотка. Господи, это вот тут наши шмоточки лежат. Ну, короче, комната на 4-6 человек. Как обещают. Ну, в контрактника. Это... Тут же коптерка располагается. Параши, короче, тоже рядом. Вот телевизор нам выдали. Нихуя не выдали. Что-то вы в магазине. Да, в магазине. За отдельную плату. Вот такая новая мебель у нас. Ой. Да, не очень. Данилович закажет. Дембель. Ебать, нахуй. Зато у нас есть огнетушители. Так точно. Ящик. Ну, у нас духуя еще есть. Броня, каски, повязка. Буфер. Надо хоть и старенький, но, блядь. Управляю. Данилыч. Да, Данилыч. Деньги. Бродяга. Эй, ой, не видно, темнота. Охуевшая, так точно, охуевшая, обезумевшая рожа. А что не видно? Темно. Да, ну, да. Вот рабочий стол командира взвода и его писаря. Блядь, ну это пиздец. Не, ну а чё? Не, мы хотим отправить эту запись, ебать, президенту или премьер-министру, блядь. Вот каждый день делаем розетки, они у нас горят. Да, от сырости. Когда дождь льет, здесь, короче, это. Здесь по колено грязи. Эй, хоры военную стену выдавать, что там? О, вот, ну, вот письмо он, вот он. Письмо президенту или премьер-министру? Секретарь Совета Безопасности сказал, нельзя снимать. Да. Особый отдел, блядь. Тут вот дембельские сумочки у нас лежат. Скоро поедут они. Рыба съебал. Рыба поплыла дальше. По распорядку, посещение. Здесь парашек полный, обед, время.
где у нас кабан? Мы пока, может, с обеда пока пришли. Эти утром спят, где они вообще были? Славный, гляди, пишет этот Обчёк. Ну, спит, и Татарин. Татарин в наряде. Ну, на, я знаю, что он в наряде, но он спит или сейчас? Нет, не он там сейчас. А еще кто, да? Обчёк пишет, где они? Как, ну, спят, ну. Оба? Ага.